Да, интересно, стенками сделаем. Да. Спасибо большое. Пойдем дальше погуляем. Спасибо, даем. Да я уже брал, господи. Ну куда ты яблоко хапаешь? Это интересно. Смотри, как вырезано вот это, да? Интересно. Шапульки, игрушки, крабики. Здесь букетики такие. Смотри, как красиво. Да, детали, да, продуманы все. Спасибо. До свидания. Вот это мои торшеры бы, да, подошли бы, лампы. Вообще клево. Смотри. На почту им выслать фотографии, не хотите приобрести? Вот ты понимаешь, да, 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 вот я тебе об этом и говорю. Вот дома, да? Самопал и дизайнер. Это разные вещи. Человек имеет образование и опытность, да, и насмотренность, самое главное в жизни, что нам нужно. Мы занимаемся насмотренностью. Образование zero. Там тоже кулинарная студия. Мы сейчас туда пойдем. Пошли. Она закрыта, пошли, я тебе сказал. Ну это колхоз, что ты хватаешь? Тебе в качестве вежливости сказали. Ты же не в Германии. Где это пожрать приезжают? Тебе просто предложили амбианс создать, понимаешь, атмосферу. Дайте мне яблоко. Ужас какой. Да ну тебя в баню, такой совок. Господи. При чем здесь это-то? Ну при чем здесь это? Мы сейчас там по ресторанам пройдем, посмотрим. Мне не нравится здесь. Бабы так смотрят на тебя. Они обыкновенно смотрят. Обыкновенно. Это у тебя это представление какое-то. Торф. Торфяная вода.